Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы продолжаем наш цикл вебинаров, посвященных функциональной грамотности. Напомню, с кем мы еще не знакомы, меня зовут Банников Алексей Львович, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Значит, не так давно мы с вами проводили вебинар относительно применения заданий, кейсов по глобальным компетенциям. Также напомню, что цикл вебинаров, посвященных функциональной грамотности, мы проводили в прошлом учебном году. Сейчас же, уважаемые коллеги, мне хочется вам напомнить о том, что сегодня, да, вот на сегодняшний день, функциональная грамотность у нас является обязательным элементом образовательного процесса. Да, вот это вы знаете, должны знать, и является частью, да, вот неотъемлемой частью того, на урочной и внеурочной деятельности. Это требование современного образования, это требование обновленных ГОС. И поэтому сразу напомню о том, да, что информация, можно сказать, получена из первых рук. Да, от руководства Академии Министерства просвещения о том, что будет проводиться федеральная диагностика по функциональной грамотности. Ну, вот, она сейчас готовится. Так, задание для нее и формат ее проведения, она обсуждается. Вот, поэтому да, мы помним, что в апреле, весной, в целом, да, 22 года должно было состояться международное тестирование, но оно не состоялось. Тем не менее, задача не снимается. Вот. Будет федеральное тестирование, федеральная диагностика по функциональной грамотности. Сроки пока еще не определены, но она будет. Поэтому сегодня, да, вот уже мы начинаем готовиться к этому моменту. И если вы обратили внимание, то изменения идут, да, не только в содержании рабочих программ, вот, в текстах учебников, оно идет и, соответственно, меняются задания в КИМах ГИА. Вот. В следующем, чуть не сказал, учебном году, в феврале или в марте мы проведем вебинар, посвященный данному вопросу, то есть я имею в виду кейсы по функциональной грамотности, их содержание в КИМах по истории общества знания, да, что там есть, как это воспринимать, как к этому готовиться. Вот, поэтому вот тоже будем надеяться, что это нам всем поможет. Да. Пока что, да, нам говорят о том, что функциональная грамотность должна сейчас внедряться в образовательный процесс в урочной и внеурочной деятельности. Вот. У нас есть определенные дискуссии по поводу того, где именно, да, точнее, не где именно, да, должна быть везде, а на что делать акцент по функциональной грамотности, да, где она должна сидеть в урочной или в неурочной деятельности. Вот, поэтому, вот, как по, да, многие, вот и руководство Академии просто тоже говорит о том, что давайте, может быть, сделаем акцент на внеурочную деятельность. Вот, есть иное мнение, да, то есть она должна быть и в урочной тоже, и я поддерживаю эту точку зрения, потому что как иначе готовиться экзаменам, как иначе готовиться к различным контрольным срезам. Вот. Ну и в целом понимание того, что происходит в мире, да, то есть тоже исходит из функциональной грамотности. Вот. Вы знаете, что есть несколько видов этой грамотности, и вот прежде чем перейти, ну, скажем, к некоторой конкретизации, хотелось бы сказать о том, что вот в этом году, да, наш центр, в числе прочего, да, проводит диагностику, да, в том числе и используя кейсы по функционалке. Вот.
То есть используются все направления, да, там шесть направлений, да, естественно, научная, математическая, читательская, глобальные компетенции, креативная грамотность. То есть вот это все используется, да, в тех или иных вариациях. И, уважаемые коллеги, что хочется сказать. Далеко не всегда вызывает понимание у некоторой части нашего учительского сообщества, что есть функциональная грамотность и вообще для чего она нужна и почему мы ей занимаемся. Почему занимаемся, это понятно, уже повторяться не буду. Потому что надо. Вот. Потому что современные требования. Второе, да, следует напомнить о том, что функциональная грамотность – это все шесть видов компетенций. Все направления, и они касаются всех. Потому что возникали часто вопросы, да, вот, и прежде всего вопросы от учителей-гуманитариев, как раз, уважаемые коллеги, а вон у нас учителя гуманитарии, да, гуманитарного столка. Зачем и почему нам нужны такие направления, как естественно научная и математическая грамотность? Мы там ничего не понимаем. Нам это не надо, мы их делать не будем. Вот, уважаемые коллеги, подход принципиально неверный, вот, потому что это касается всех. Вот. Сегодня мы с вами говорим о читательской грамотности, да, но это основа всего. Да, то есть, если мы читать не умеем правильно, грамотно, не умеем работать с текстом, вот, а текст вот, это основа. Тексты, как вы знаете, бывают разные, сплошные, не сплошные, знаковые, цифровые. Но если мы не знаем подходов к тексту, да, то есть какой бы урок ни вели, это толку с этого не будет. Да, то есть, ну, классический момент – это умение читать. Вот последнее международное исследование PISA 2018 года как раз оно и показало этот момент, что читать-то мы научились более-менее, но анализировать текст, сравнивать тексты разноплановые, сравнивать момент, да, допустим, из сведения из различных источников об одном событии, да, сравнить их по параметрам, сравнить их по позициям, вот, это является проблемой, да. Вот, и сегодня, да, то есть это одно, то есть читательская грамотность, то есть без этого, это основа для любого предмета, но и остальное тоже, да, то есть вот это направлено, да, вот я сегодня, если время останется, может быть, поговорю, я не собираюсь долго занимать время у вас, но на некоторые вещи я обращу внимание, да, то есть на уроках истории математической грамотности она нужна, вот об этом я буду говорить в следующий раз, у нас будет вебинар по этому поводу, вот, потому что история – это точная наука. Вот. А это обществознание тоже, тем более, да, там мы работаем с графиками, с диаграммами, таблицами, в истории тоже с ними работаем. Вот. Поэтому здесь, безусловно, это надо. И говорить о том, что то же самое там с естественно-научной грамотностью, примеров множество, собственно говоря, можно приводить, где. Вот, об этом тоже у нас будет речь в свое время, потому что за один вебинар всего не обсудишь. Вот, и есть очень интересные способы, методы применения естественно научной грамотности на уроках истории. Вот, поэтому, конечно, это то, что нам надо. Это то, что нужно знать здесь, сейчас, и отнекиваться от тем, что мы не математики, мы не биологи. Нет, это речь идет не о математике или биологии, речь идет о полноценном преподавании. Да? Вот. Но зато она и функциональной грамотности, что она для всех. Вот. И к этому, да, вот с чего я начал говорить, вот, сегодня, может быть, кто-то видел, кто-то еще нет. Вот, Академия Министерства просвещения подготовлены кейсы по разным направлениям функциональной грамотности, образцы заданий, вот, разбор заданий, как их решать, что там делать и так далее. Вот, они опубликованы на сайте Академии Минпроса, там же опубликованы и методические рекомендации по внедрению функциональной грамотности в образовательный процесс. То есть рекомендую с этим ознакомиться. Вот. Пока же сегодня с вами мы
пройдемся по нескольким, скажем так, текстам на уроках, да, которые могут у нас встретиться на уроках истории и обществознания, тексты разноплановые, разного характера, и какие задания к этим текстам можно увидеть, чтобы, да, ведь задача какая, чтобы мы из текста извлекли полную информацию, да, которая скрыта не только в том, что, да, мы его прочли и рассказали, о чем там, собственно, идет речь, но научились работать с текстом как с источником, в том числе и скрытой информации. Ну, вот, мы с вами познакомимся, какие задания, вот, какие, да, упражнения к тексту способствуют раскрытию этой информации. Да? Вот, ну, давайте посмотрим. Вот, вот у нас летопись, да, то есть она известна, она «Повесть временных лет», известный отрывок и известный эпизод, поэтому мы его тут вкратце пройдемся. Кто-то там уже стрелочку вовсю нарисовал. Вот. У меня нет времени ее убирать. Поэтому будем надеяться, что она не слишком мешает. А, вот. Вопросы для обсуждения. Подчеркиваю. Подчеркиваю. Название. Да, это для обсуждения. Для обсуждения. Вот. Вопросы, которые можно задать и учителю, и ученику. Вот. Это обсуждение для понимания текста. Вот. Да, почему мы назвали текст? Каким образом мы бы его назвали? Да? Как вы думаете? То есть это на анализ. Да? Посмотрите, это все вопросы, кому сочувствует автор, что важно для Ольги. Да? Вот. Что вы понимаете? То есть, почему в адаптированном для современного читателя текст тут указаны две даты? Но это вот не сразу ответишь. Вот так-то, конечно, вопрос интересный. Это анализ текста. Анализ текста. Ну и две даты к вопросу математической грамотности тоже. Вот. Так. То есть, вопросы прежде всего на понимание, нацеленные. То есть большая часть их, да, это на личное мнение. Как вы думаете, почему вы думаете, как бы вы назвали, что бы вы сделали, что бы вы предположили и так далее. Да? То есть это вот на самостоятельное прочтение текста, вот, который позволяет раскрыть его понимание. Это, собственно говоря, относится к любому виду текстов, подобный вопрос. Да? То есть убрать из вопроса его вторую часть, да, и мы получим, собственно говоря, универсальные задания, универсальные вопросы для обсуждения, точнее, ну вот, для текста. Вот. А вот задание, да, задание, так это уже, допустим, конкретно по теме, да, конкретно по теме, по работе с другим видом текста, да, с работа со словарями. Вот. То есть вот такие моменты. Дальше. Следующий текст. Вот. Да, тоже задание. О чем будет идти речь и так далее. Вот. Ну и, соответственно, текст уже другого плана, другого периода исторического. Тоже и сам текст, и события тоже известны, да, поэтому мы его вот пропустим, да, он из учебника у нас. И опять же, да, для обсуждения. Вот. Верно ли, возможно ли, да, то есть опять-таки на самостоятельное прочтение. Объясните значение слов, задание. А это уже понимание того, о чем говорится в тексте. Вот, безусловно. Термины. Вот. Важная как раз часть, важная составляющая часть любого текста – это термины. Без понимания терминологии мы, собственно говоря, никуда не денемся. Термин – основа всего. Вот, это, знаете, это история обществознания касается. То есть у нас проблемы в сдаче
Геа происходит именно в тех случаях, когда человек не понимает, о чем идет речь, а непонимание этого идет от незнания терминов. Их надо учить. Вот, учить и понимать. Ну, как минимум учить, собственно говоря. Но, поэтому без терминов, да, еще раз, да, здесь, в данном конкретном случае, функционалка, задания по функциональной грамотности предполагают работу с терминами. Это универсальное умение, опять-таки, универсальное умение, оно может касаться любого текста. То есть без понимания терминов мы просто не поймем, о чем идет речь. Тем более, что, как вы знаете, значение, наполнение, содержание того или иного исторического термина со временем меняется. Вот, и превращается в едва ли не противоположное. Это тоже очень важно. Вот. Еще один документ, вот, и задание к нему. Сравнить. Да, обратите внимание, здесь следующий момент. Это то, что было наиболее проблемным на международном тестировании. Да, сравнение разных текстов. Вот. Я бы так сказал, даже сравнение разнохарактерных текстов. Вот. То есть, собственно говоря, источники учебников. Источники учебников. Да? То есть мы видим, что здесь есть определенные проблемы. Да, вот. И, соответственно, да, работа с текстом учебника, работа с текстом источника. Это еще один вариант, да, работы текстовыми заданиями. Далее. Вот. Измененная ситуация. Да? Что есть измененная ситуация? Давайте посмотрим тоже здесь. Известный текст и известное событие. Вот. Да? Тоже достаточно длинный. Текст сложносоставной, потому что речь идет о нескольких этапах, да, вот они. Вот это все единый текст. Аналитический отчет. План действий, карта инструкции, но достаточно сложные вещи. Да, но они предполагают самостоятельность и логичность мышления. Это на логику все. Вот. Да. Обоснуйте мнение, обратите внимание. Да, то есть есть уже не в первый раз у нас в наших заданиях встречается слово «обоснуйте». Вот. То есть мы привыкли к тому, что выскажите мнение. Да? Высказать мнение – это одно. Обосновать мнение – это уже другое. Вот, видите, обоснуйте свое мнение. То есть предполагается, что мнение у нас уже есть. Вот вопрос, как его обосновать. Да? Вот, обоснование – это уже приведение аргументов. Обоснование – это уже приведение информации. Информация содержится в тексте. Вопрос, где она там содержится и как ее-то оттуда найти. Вот. И применить. Да, вот еще один кейс по функциональной грамотности. Еще одно направление работы с текстами. Да, на раскрытие полной информации. Далее. Поиск ошибок. Вот. Ну, тоже известное событие. Ну, вот, известные тексты, собственно говоря, но здесь достаточно популярное задание, да, такие встречаются в разных видах диагностики. Это, да, текст, где сделаны намеренные ошибки, да, вот, и, соответственно, эти ошибки нам необходимо найти, понять и обоснованно их вычленить. Да. Вот. То есть уже вопрос на знание. И самое главное, на внимательность. Да, то есть если мы читаем текст, вот, тоже, а в чем здесь функциональная грамотность заключается? Да? Потому что здесь на внимательное и самое главное критическое прочтение текста. Очень часто одно из наших основных ошибок, говорю наш, потому что это свойственно всем.
учителям, ученикам, мне, любому. Вот. Такая ошибка рано или поздно с нами случается. Мы часто читаем печатный, именно печатный текст, вот, априори полагая его истинным. Да, то есть не критично относясь к его содержанию. То есть раз есть текст, особенно если текст печатный, мы его читаем, принимая, ну, как бы информацию, которая в нем содержится, за истину сразу, да, то есть пропуская ее мимо. Вот. Всех касается. Вот, никто не исключение, еще раз говорю. Вот. Вопрос в том, что с этим делать, да, здесь это задача во внимательности. Да? И подход к любому источнику, вот, а историк, он должен подходить к источнику критически, вот, к любому, опять-таки, да, предполагая, что в нем может содержаться что-то не то. Вот, вот это как раз на эту тему, опять же. Вот, да. Вот, ну вот и в этом тексте у нас, соответственно, есть несколько ошибок, которые необходимо найти. Некоторые ошибки настолько явные, что их очень сложно заметить. Да. Но тем не менее, заметить можно. Вот. Вот, например, с именами императоров. То есть здесь вот так. И задание, соответственно. Задание. Вот. И вопросы именно для обсуждения. Да? То есть есть задание для текста, есть задание для обсуждения текста. Именно вот обсуждение непосредственно здесь и сейчас. Да? То есть можно. Вот. Вот эти моменты надо тоже разделять. Далее, другие виды текстов. То есть мы видели сплошной текст и не сплошной. А графики, диаграммы тоже. Вот она, тут у нас как раз математическая грамотность в полный рост встает, как вы видите. Да? Но вот, и, кстати, встанет не только она. Вот это у нас уже к вопросу. Да, обществознание здесь содержится. Так вот. Текст для изучения. Вот. Здесь сопоставление данных статистики. А вот они, да, возрастание населения Земли. Каким образом, да, то есть когда, начавшись до 8 миллиардов дошло. Вот, так, здесь график, да, и работа с ним. Определение тенденций. Ну, вот они, в том числе в графическом виде, да, определить, скажем так, исходя из графических данных, да, каковы тенденции по росту населения в современном мире. Вот. То есть вот это те умения, которые проверяются в том числе и на ГИА по обществознанию. Вот. Работа вот с подобными графическими делами, да, достаточно часто. Вот умение читать вот эти моменты. Вот. Ну и, соответственно, да, задание. Где, как, в каком регионе. Вот. Это работа с картой в том числе. Да. По диаграмме, в какой стране доля населения от 0 до 14 на и больше. Ну, здесь опять-таки на внимательность. На внимательность. Причины, влияющие как на рост, так и снижение количества населения. Да? То есть у нас в курсе обществознания есть соответствующая тема, да? Почему население растет и почему рост населения может быть снижен, да? Какие факторы на это влияют. Да? Вот это тут надо вспомнить. Да? Это вопрос на знание. На знание, но и на логику, да, то есть мы должны сопоставить наши знания с графической информацией. Вот это как раз работа с несплошным текстом. Вот. Ну, составление плана. Составление плана – это традиционное задание, в том числе формата ГИА, да,
дается текст и вот, соответственно, план этого текста, смысловые фрагменты. Но это вот то, что традиционно есть в 9-11 классах. Вот. Ну и верное-неверное утверждение тоже. Ну, тоже на внимательность, опять-таки, прочтение. Почему здесь содержится ловушка, да, то есть потому что очень часто, особенно вот, ну, в обществоведческих материалах такие вещи есть, здесь очень часто вступает в дело субъективный фактор, вот, что наши представления об окружающей действительности, о реальности, вот, не совпадают с тем, что написано в тексте. Мы начинаем, скажем так, искать какие-то подвохи. Вот. Здесь очень важно понимать, что мы что оценивается и предлагается к обсуждению не наше мнение в данном случае об окружающей реальности, а об окружающем мире. Вот. А текст. Текст. Вот. И, соответственно, обществоведческие знания. Вот. Мнение, личное отношение здесь вторично. А оно очень часто играет достаточно такую вот спорную роль. Вот. Далее. Вот. Тоже вот эти задания, они, в принципе, традиционно для государства итоговой аттестации по обществознанию, да, то есть они знакомы, да, ну и заполнение таблиц, соответственно. Вот. Да, уже немного нетрадиционно, но тем не менее. Да, здесь опять-таки на внимательности. Работа с несплошным текстом. Работа с диаграммами тоже. Только там. То есть внимательное прочтение. Да, где наивысшая точка, где наинизшая точка графика. И сопоставление. Вот это вопросы, которые ведут к раскрытию, опять-таки, помните, да, с чего мы с вами начинали, они ведут к раскрытию содержания текста. Вот. Сплошного, не сплошного, графического и так далее. Вот. Цель – раскрытие содержания, получение полной информации, в том числе и скрытой. Вот подобные вопросы ведут к решению этой задачи. Далее. Ну и несколько моментов, которые могут применяются непосредственно на уроках истории. Так вот, текст и задание к нему. Да? Приведение положений и суждений. Вот. Противопоставление оценках деятельности первых русских князей и княгини Ольги, да, дает Нестор. Противопоставление, то есть уже задача, да, не просто сравнить, но и противопоставить. А чем отличаются они, да? Вот. Сравнить оценки Нестора и Карамзина, да, уже задание иного плана. То есть уже, что историки думают по этому поводу, да? Вот, пожалуйста, математическая грамотность тоже. Ну, математическая грамотность связана здесь на истории прежде всего с датами, но и не только с ними. Не только с ними, да? Давайте на задание посмотрим. Вот. К примеру. Вот такое вот задание. Финансовая грамотность с недавних пор неотъемлемая часть обществознания. Она существует как и в виде отдельного предмета, но и обществознание тоже раздел присутствует вот здесь. Да. Планируемый бюджет. Да. Одно из наиболее таких популярных заданий – это планирование бюджета, планирование расходов, оптимизация расходов. Да. Вот. То есть вот такой момент. Естественно, научная грамотность – то же самое. Тоже, опять же, текст известен. Другое дело – содержание и задание, да, которые здесь имеются. Вот, опять-таки, работа с картой.
Вот, то есть вот примерно таким образом мы можем, да, используя вот такие кейсы, такие задания подобной направленности, мы можем раскрыть смысл текста, любого текста. Да? Обратите внимание, что есть задания, есть вопросы к обсуждению тоже. Да? Вот этот вопрос к обсуждению, видите, предполагает, всегда предполагает самостоятельный характер. Как вы думаете, предположите, да, объясните, обоснуйте. То есть вот эта формулировка заданий, она именно на обсуждение. Да? Сами же задания непосредственно, они даются более конкретно и предполагают более конкретное действие, письменное или устное. Вот. Я уже сказал, что не буду занимать долгое время. Да, давайте, если у нас есть какие-то вопросы, мы на них ответим. Еще раз говорю, планирую пройтись по всем видам функциональной грамотности на уроках истории и обществознания. Вот. Особенно в контексте того, что у нас прилетел, наконец, в гос для старшей школы. Вот. Поэтому тоже там есть некоторые немаловажные моменты. Так. Ага, это с нами поздоровались. Да. Так, хорошо. Так, коллеги, вопросы есть или нам все понятно? Скажите мне. Спасибо, Олег Львович. Вроде все понятно. Вроде как-то неуверенный. Что-то не уверен. Вроде бы. Вот. Если понятно. Вроде, все понятно, да? Вот. Ладно. Вот. Просто мне бы... Что? Что-то кто-то спросил. Спрашивайте. Вон. Просто сейчас вот мне бы хотелось знать, да, ну, вообще представление о том, насколько сильно сейчас функциональная грамотность у нас внедряется. Вот я общаюсь со школами, да, вот даже мы диагностику проводим среди учителей, просто даже не на знание предметов, да, вот у нас несколько площадок есть инновационных, да, проводим диагностику, даже не на знание, а на тем, знает ли учитель, что такое вообще функциональная грамотность. Вот, выясняется во многих случаях, что представление весьма поверхностное. Уважаемые коллеги, имейте в виду, это наша реальность сегодняшнего дня. Вот. И поэтому работать в этом направлении нужно. Вот, я уже говорил, да, есть Академия Минпроса, создала хороший методический материал по различным видам грамотности. Вот, рекомендую с ними ознакомиться. Там же и методичка есть. Вот, посмотрите. Да, и на следующей нашей встрече, возможно, мы это дело обсудим. Вот. Так, еще раз, есть ли вопросы? Если нет, то мы с вами будем прощаться на сегодня. Вопросов нет? Спасибо, до свидания. Так, спасибо всем за внимание. Спасибо за информацию. До новых встреч. Всего хорошего. Хорошего дня. Да-да.